Я сама себе задам вопрос, почему так и почему дневная активность, и сама же дам на него ответ. Мы шли к этому очень давно. 3 года назад мы занялись организацией блок-пати. Проходило все это во дворе, питерский двор, музон. Там у нас был брейк-данс, баттл, были хип-хоп, MC и диджей. У нас выступал 108-й. С этого, в общем-то, все и началось. Мы поняли то, что мы можем, мы поняли то, что нам нравится эта публика, аудитория. И в какой-то момент я бы даже сказала, что стало ясно, что то, что мы носили долгое время где-то здесь у себя в мечтах и в желаниях, стало реальной реальностью. Мы можем это осуществить, мы можем сделать из нашего музыкального направления больше, то есть культуру. Наша деятельность, которую мы начали под эгидой Beat It Raz в 2000 году, она, конечно же, была связана в первую очередь с рейвом, с угаром, с электронной музыкой. Правильной электронной музыкой. Лично я выросла на хип-хопе, я выросла на о том, что люди не просто слушали музыку, а это были диджеи, это были MC, это были бибои, это было граффити, это все была культура, люди собирались в одном месте, одни рисовали, другие участвовали в брейк-данс-контестах. В этом году мы решили перейти на следующий уровень и сделать это все еще глобальнее, еще больше, собрать там те виды спорта и активности, которые актуальны сейчас у нашей молодежи, и которую мы со своей стороны очень поддерживаем, потому что тоже катаемся на скейтах, в общем-то, танцевали брейк-данс и что только не делали. Там был не только рейв, то есть ночью был рейв, да, ночью была та брейкс-арена и по количеству людей, и по атмосфере, но днем все-таки было нечто такое, что мы раньше никак не могли собрать и сделать нас топ-качественно в таких масштабах. Я хочу, чтобы вы следили за нами, чтобы вы дальше следовали за нашими соцресурсами, за нашими музыкантами, диджеями. Мы со своей стороны постараемся всегда услышать ваше мнение и сделать так, чтобы нравилось вам. То есть ту энергетику, которую вы будете получать за счет того, что мы сделали, будете зеркалить на нас, а мы на вас. В общем-то, следуйте за нашей музыкой и давайте продолжим эти танцы сумасшедшие. А я от лица Beat It Raz хочу сказать большое спасибо всем тем, кто был с нами в тот день и в ту ночь. И, в общем, это было круто. Это было круто, и мы будем делать еще лучше с вашей помощью.